Сажу точно так же, копаю яму 70 на 70, перегною ведра 2, золы, суперфосфат. Вот. И колышек обязательно. Вот, вот этому яблоню второй год. Видите, уже цвет набрал. Потому что прививала я на дичку. А у дички обычно корневая система мощная. Первые 3 года надо делать формирующую обрезку. Для чего? Для того, чтобы она выросла сильная, компактная, вся освещающая, чтобы каждая ветка получила свет. Обрабатывать хорошо было и подходить, и собирать яблоки.